Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Руины храмов. Удивительные рисунки». Значит, перед тем, как показать вам одну интересную книгу, которую прислали мне мои подписчики из Нью-Йоркской библиотеки, хочу вам кое-что показать. Вот это, значит, герб города Мариуполь, старинный герб. В старинной книге, значит, читал я, что он означает победа христианства над мусульманами. Что-то я, ребята, сомневаюсь в этом деле. Сомневаюсь я, почему есть какая-то третья сила, которая натравливает мусульман на нас на мусульман. Какая-то третья сила постоянно поддерживает вражду между нами. Давайте я вам покажу, как выглядят полумесяцы. Видите, да? Выглядят или вот так, или есть еще вот такой вариант. То есть, ребята, что-то произошло, какое-то событие, что поменялись символы на мечетях. Видите, да? Ну, а теперь давайте я вам покажу эту интересную книгу. Значит, прислал мне подписчик, и подписал он так: «Руины храмов». Не знаю, что тут вот написано, кому интересно, можете перевести. Ссылку оставляю. 74 интересных рисунка. Много все показывать не буду. Проходите по ссылке и смотрите на здоровье. Значит, описывается здесь Османская империя. Смотрите. Тут вот подписано. Сейчас, если переведет. Так, должно перевести, значит, на русский само. Смотрите, какие интересные рисунки. Обратите внимание, как выглядят полумесяцы. Вверх. Смотрите, какие интересные обелиски нарисованные. В каком-то тут вот уже и выросло что-то на обелиске. Можете, значит, сами все эти, все 74 рисунка я вам показывать не буду. Сами пройдете, я так бегло покажу вам. Может быть, кто-нибудь что-нибудь интересное увидит. Обратите внимание на здание, на все обращайте внимание. Очень интересные рисунки вот такие. Дойду сейчас до одного интересного места. Значит, храм Святой Марии. Поначалу-то, когда начал смотреть, я думал, там кресты на куполах. Оказывается, ребята, нифига не кресты. Рисунки такие вот так. Есть некоторые. Если бы я не знал, что это описывается Турция, я бы никогда и не подумал, что это Турция. Я бы сказал, ну, какой-нибудь показывают там российские горы. Гуляют люди обычные, женщины, дети бегают. Так, а ну-ка давайте всегда перейти. Так, так, где тут у нас русский? Русский, галочка стоит. А, во. Переводит. Караван Бургас, караван-сарай.
Поехали, что-то опять. Ну ладно, это сами разберетесь. Посмотрите, сейчас пойдут рисунки, там, значит, будут руины показываться, очень интересные. Вот уже поехали, смотрите, видите, что-то произошло, и вот так вот заросли дома. Главное, как все чистенько, так красиво. Вот тут я говорил, вот посмотрите. Не знал бы, что про Турцию сказал бы. Ну, обычно дело, людей показывают. Может, даже и Россию показывают. Можно подумать. Простые люди. Где-то нас обманывают, ребята, в этой самой истории. Смотрите. Сказал бы станица какая-нибудь. Видите, да? Обычные люди в шароварах. Подумал бы кубанские казаки или донские. Смотрите. Журавль, колодец. Пожалуйста, танцуют. Вот, ребята, обратите внимание, нифига это не кресты. Вот это значит церковь Святой Марии. Зараза, что-то не переводит почему-то. Так, давайте еще поближе. Смотрите, не кресты это, ребята, видите? Видите? Вот тут вот особенно видно, вот на этом. А вот здесь вроде кресты, а здесь нет. Может, это и вообще не кресты, а антенны. Опять. Это значит, тут сейчас не переводит, написано «вход в церковь Святой Марии». Смотрите, какие домики. Очень интересные рисунки. Смотрите. Кладбище. Обратите внимание. Вот пошли, значит, руины. О, вот так вот лучше. То ли землетрясение было, то ли что. Дальше увидите, значит, описывается вся Османская империя. И дальше дойдет, да, показывают храм. Ой, Иерусалимский храм. Храм царя Соломона. Вот такие вот интересные рисунки. Предлагаю вашему вниманию. Смотрите на здоровье. Подписывайтесь на канал. Буду показывать вам много интересных документов. Это остатки от бывшей цивилизации, видите, да, разрушены. Ладно, не буду вас задерживать. Проходите по ссылке и смотрите эти интересные рисунки. Спасибо за внимание. До свидания.